Да, вот это а вы, кстати, знаете, священный крест. Никогда не знал, а ведь на самом деле Литву, Латвию, Эстонию Петр I купил у Карла XII за деньги. Интересно, они вернут нам то самое стоимость своей земли или нет? А вот так, да? Факты, знаете, факты такая интересная вещь, да, что наука вообще такая интересная вещь, что вскрываются такие интереснейшие моменты, которые чью-то независимость сразу могут подставить под сомнение. Ну да. Они поэтому так за нее кричат. Потому что, как Иосифа, Иосифа Прекрасного продали за 30 серебряников в рабство в Египет. Mm-hmm. Так вот и здесь тоже продали. За не помню сколько там миллионов рублей золотых Петру Первому продал Карл XII. Интересно. Да, шведские территории, оказывается. Поэтому это, по сути дела, совет Ленин дал вот эту свободу, всех отпустив. Финляндию, Прибалтику, там, Польшу, это Ленин уже всех, это Украину вот создали, это все Ленин придумал. Вот. А Финляндия, до этого... Вроде территорию Финляндии не купили, а завоевали. Нет, Финляндия территория завоевана, мирного, да, мирного, и брат Николая был там как бы князем финляндским, так же как и Польша. Николая Первого, точнее. Да, да. Также и Польша, и также и все вот эти приобретенные территории, которые еще благополучно Суворов там присоединил к России, вплоть до Измаила, там Одесская область и так далее и тому подобное. Эти территории, они были либо частью Османской империи, либо частью Польши, либо частью Австро-Венгрии, ну, в различные форматы. Я всегда люблю посмеиваться, когда кто-то любит, особенно сейчас вот, на волне всех этих событий из Украины часто говорят, что России рашки конец. Я всегда смеюсь, говорю, знаете, Османская империя развалилась, Англия была на полмира размером, стала маленькой, да еще Шотландия от нее отделяется. Тоже там пол Одесской области и то отделяется от нее размерами. А Австро-Венгерская империя приказала долго жить. Третий рейх ушел в небытие, Византийская империя канула в лету, что еще, Советский Союз приказал долго жить, а Россия ничего и не будет. Уже, говорю, забивают в ее гроб этот, который все время все изготавливают всем миром цивилизованным, не знаю, дубовый там или какой вот. Украшают его вензелями, вбивают в крышки гвозди, но что-то никак, 1000 лет, говорю, уже стараются. Я говорю, поэтому не дождетесь. Как не было этого, так и не будет. Как все пошло прахом Мазепы, там все эти истории с предательствами, все пошло прахом, а России ничего не будет. Как она была 1000 лет, так она и будет. Видно, знаете, кровь крепкая. Я лично считаю это, несмотря на все то, что сейчас много очень горьких моментов, но очень крепкая кровь. Она, видимо, может быть, даже чисто генетически служит основой для выживаемости народа. Согласен, потому что генетика, вот эта вот, созданная на этих общероссийских пространствах, она же сложилась из множества народов. Да, и очень да, сильная да, кровь, да, поэтому да. И смыслы-то очень такие сильные. Ведь имперские смыслы – это действительно сильные смыслы. Это как бы империя, в нашем понимании, это симфония народа, скажем. Да, в этом мы ближе всего к Византии, конечно, вот в этом таком понимании. Она была тоже вместилищем, огромным вместилищем различных народов. Причем они гордо называли себя византийцами, или даже точнее, я неправильно говорю, они называли себя римлянами. Рамеями. Да, рамеями, да. То есть, ну, рамеи, римляне, они называли себя римлянами. И до того момента, пока они все чувствовали себя единым народом, они были, ну, практически непобедимы. А вот такие вот инсинуации, как мелкие подлости Австро-Венгерской империи с выдумкой Украины, там, и созданием украинского языка, украинского народа, они, конечно, вот
Византию тоже пошатнули. Кстати, вот вы говорили, затронули вопрос об армянах. Сейчас мы делаем паузу. Я к Византийской империи буквально пару слов. Дело в том, что больше трети императоров византийских были армянами. Не знаю, да. Это да. Поэтому это... И они не считали себя тоже... Они, это было просто Ромеи. Это была Ромейская Великая империя. Ромейская, да. Они как бы супернацию сделали, да, назвали себя Ромеями. Да. Туда входили и египтяне, и все сирийцы, вот и вот вся арабская вот это все побережье, греки, да. Да. Все вот эти мелкие народы, македоняне, хорваты, народ, да, все вот это, Черногория, все вот это тоже входило туда. А в Литве там были, да, армяне и греки. Да, 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 да. Абсолютно, да, верно. И те, кому мы называем эти выходцы с Рима. Не, ну переселенцев всегда было очень много, да. Ну, они еще, конечно, там много было, служило на них, но была империя, да, действительно. Дело в том, что разрушение готами, вестготами, Аларихом и прочими различными нашествиями Рима, оно привело к тому, что именно элита и цвет постаралась перебраться в Константинополь. Это обусловлено просто чисто экономическим фактором, потому что Рим пришел в упадок, ну и стал практически полностью подчинен папе. То есть это была папская область, и папа соединил в себе светского и светского и духовного властителя. Вот. И как бы на этом фоне пришло в упадок такая имперская жизнь в Риме. И они, конечно, очень много кто из элиты перебрались в Византию. Дело в том, что она все-таки просуществовала до 1453 года, пока Мухаммедин II ее пока не захватил Константинополь. Да. Поэтому это добавило еще несколько столетий. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях в нашем дискуссионном клубе интересный человек, которого мы пригласили, потому что это просто интересный человек. Игумен Феодосий, батюшка, значит, действующий священник у нас в Новосибирске. Ну, различными путями он не находится в Новосибирской епархии, но это человек, который принадлежит Русской Православной Церкви. Значит, я думаю, человек, имеющий опыт преподавателя, опыт богословский и научный опыт, я думаю, будет интересно на какие-то темы с ним поговорить. Спасибо. Спасибо, что пришли. Да, правильнее будет, и действительно, я возглавляю здесь областную общественную организацию «Отеческое духовное наследие», ну и много еще по наработкам, по... Действительно, опыту большому, который многими годами складывался, занимаюсь определенным общественной деятельностью. И я думаю, это будет правильнее меня характеризовать и представлять, потому что я, быть может, хотел бы сразу заметить, что мои мысли, они не отражают официальную церковную точку зрения. Дело в том, что я постарался за эти годы заняться и осмыслением, более глубоким осмыслением, научным осмыслением житейских разных фактов, для того, чтобы подходить к ним многосторонне, то есть иметь возможность доступа с различных точек зрения, поскольку однобокость, она, к сожалению, большому... только часто свидетельствует о фанатизме. Однобокость – это ограниченность, и я поэтому хотел бы, чтобы разговор, ну, я думаю, надеюсь, что мне так удастся, да, даст Бог ума, чтобы этот разговор был в таком формате, многосторонний, научном формате. Очень, очень интересно. Да, я думаю, вот это будет. И очень нужно. Я думаю, это. Я думаю, люди грамотные знают, что у нас в нашей и церковной среде всегда были такие люди, которые не чурались и науки. Да, вот, да. Не совершенно недавний пример времен сталинских, это знаменитый святитель Лука,
Гойный Синецкий, да. основатель вот, науки о гнойной хирургии, который... Да, он за это даже Сталинскую премию получил. Да. Вот, мы знаем, это человек, который почитается церковью, как его же канонизировали. Да, он канонизирован. Сначала был канонизирован местный святой Крымский, кстати, в Крыму. Да, он там закончил свои дни. Потом он был канонизирован, по-моему, украинской церковью, потом общее уже такое церковное прославление получил. Но дело в том, что у нас, знаете, вот надо как бы сразу сделать действительность, вы правы совершенно. Очень многие из духовных лиц обращались к науке, к знаниям. Но обычно все они очень плохо заканчивали. Да, именно от своих же собственных коллег, которые в определенный момент начинали считать свои чувства оскорбленными, чувства зависти, которое им казалось духовностью, и они их убивали обычно. То есть вот церковные деятели, которые занимались наукой, они обычно всегда очень плохо заканчивали. Но просто Войно Ясенецкий был в такое время, что и на таком высоком государственном уровне, что его, конечно, никто бы не смог бы его тронуть. А если бы он жил в имперские времена, то, например, наверняка нашелся бы какой-нибудь император Аркадий или патриарх Феофил Александрийский, который организовал бы над ним церковный суд, синедриончик небольшой, да. И где-то бы Лука Война Ясенецкий закончил свои дни в кукуше и умер бы на телеге, как Иоанн Златоуст, со словами «Слава Богу за все». Поэтому занятие научной деятельностью – это чисто духовный порыв верующего человека. Это не церковная суть, а это вот именно порыв духовной жизни. Вот если, давайте мы вот вспомним сейчас по этому поводу еще одного великого святого человека – это Максим Грек. Это человек был приглашен еще при Иване Грозном, там, как светило европейской науки. Он знал очень многие языки. Его попросили быть переводчиком и в библиотеке, и у царя, и в лаврских библиотеках навести порядок, ну и как бы перевести некоторые книги нужные на русский язык, которые из греческого языка еще были к тому моменту не переведены. И вот он, когда занялся этим, он обнаружил некоторые ошибки и стал делать замечания, что вот есть ошибки в книгах, есть ошибки в уставе, да. Причем это делал он совершенно спокойно, чисто как профессор. Ну, без фанатизма. Без фанатизма, да, то есть без религиозного фанатизма. Но это было воспринято с таким оскорблением, ему сразу заявили, что греки лукавы, что это не русский дух. Секундочку, а кто тогда был при Иване Грозном, там Сильвестр? Да, много было. Макарий. Да, очень много было. Макарий. Сначала Макарий. Был митрополит Макарий. Вот я к своему стыду сейчас не могу припомнить вам. Это при митрополите Макарии был замучен Максим Грек, или уже после смерти митрополита Макария, вот, не помню, да. Вот или при Сильвестре, не помню точной даты, но суть это, сути дела, не меняет. Почему? Потому что когда на эти замечания пошло бурное оскорбление религиозных чувств, то есть все сразу решили, что этот поганый грек решил оскорбить глубоко религиозные чувства верующих людей. И они его, в общем, донос царю, и его посадили в яму на хлеб и воду. Ну, разные политические события привели к тому, что, по сути дела, о нем забыли. Он должен был бы предстать на царский суд, но это как у нас всегда, знаете, это можно этого суда ждать лет 10, пока тебе вспомнят, да, в яме можно где-нибудь просидеть лет 10. Ну и вот его заморили голодом, он практически умер от голода. Высокой, очень духовной жизни человек и грамотнейший человек, который мог бы для России принести в то время огромнейшую пользу. Может быть, даже предотвратить раскол. Вполне. Он, может быть, заранее бы просто исправил бы ошибки эти в книгах. Просто исправил и без всяких вот этих наворотов. Абсолютно верно. Но всегда с этой вот такой, знаете, фанатичной истерией, разные там мелкого пошиба архимандриты, думающие там о себе много, епископы, которые там все верили в то, что у них Бог в кармане живет,
они его, в общем, благополучно спровадили на тот свет. Причем я искренне думаю, что они верили, что они делают доброе дело. Да, угодное Богу. Так же, как и инквизиция. Как и инквизиция, да. Как и взрывающие сейчас вон там старух в магазинах мусульмане-террористы тоже верят, что они за это к Аллаху попадут. Поэтому они уверенно его заморили голодом, а потом похоронили его, прямо вот если вы были в Лавре, прямо возле стены Духовского собора. Там прямо вот как крипта такая есть. И через несколько лет... В Сербии. Да, в проекте Сербии Лавре, да. И когда была... Там даже, по-моему, табличка висит на стене. Да, я не видел. Не обращали внимания. Когда-то через некоторое время... Да, Годуновск с этой стороны, а это вот между Успенским собором и вот Святодуховским собором, со стороны алтаря, вот здесь, с этой стороны. И там то ли, когда делали ремонт, несколько лет прошло, провалилась туда эта крипта, то ли еще что-то было. Ну, в общем, обнаружили его мощи совершенно нетленными. И того, кого только что заморили голодом, предварительно обильно обгадив, вот от большой любви и духовности, его торжественно оттуда вынесли, святым и прославили, канонизировали. Максима Грека. Поэтому очень поучительная история. Для нас, русских людей. Если мы возьмем также практически все, кто пытался заниматься более-менее наукой, они все прошли вот этот тернистый путь. Понимаете, здесь как бы нужно очень важную мысль поймать такую. Все они исходили, вот те, которые издевались над великими людьми, все они исходили из чувства, из оскорбления чувств верующих. Все они исходили из оскорбления чувств верующих. Всегда. При инквизиции, при наших российских расправах над святыми, при Иоанне Златоусте, да даже если мы с вами. Да, даже если мы с вами возьмем глубже. По сути дела, сам Христос распят за оскорбление чувств верующих. Ну, да. Если бы сейчас его судили по вот этому современному законодательству, он бы получил пару лет. Почему? Потому что в Синодрионе, где он, его Каиафа спрашивает о том, Божий ли он сын, он заявляет, что он свидетельствует о том, что ты сказал, да, что я Божий сын. То есть это как бы ужасно оскорбило Каиафу, его религиозные чувства с точки зрения Моисея и Ветхого Завета. Он разорвал на себе священнические одежды и воскликнул, что это хула на Бога. То есть, по сути дела, Христа распяли за хулу на Бога. Он как бы некий такой... произносят такие слова, которые ужасно оскорбили Анну и Каиафу. То есть, если сейчас Анна и Каиафа подают в суд на Иисуса Христа, они, несомненно, его выиграют, потому что он оскорбил чувства верующих. И уже никому не важно, истина или что, он оскорбил чувства Анны и Каиафы, и там еще старцев, которые сидели там вокруг этого судилища, и все закричали, что он достоин смерти. За это. То есть он как бы некую хулу сотворил. И вот так же точно было и на протяжении многих-многих столетий. Вот эта приближенность к Богу, и когда кажется, что ты защищаешь его интересы, она делает такое вот состояние, как будто кажется, что он тебя оскорбили. Причем это выставляется таким образом, что оскорбили не просто как-то, а самого Бога оскорбили. Я всегда люблю, когда... Встречаясь с более такими радикально настроенными мусульманами, я всегда им задаю вопрос, неужели вы считаете, что Аллах не может сам разобраться со своими врагами? Они так удивляются этому вопросу всегда. Я говорю, вот почему, что же это такое за кровожадное божество, которое не само разбирается с ими, а нанимает киллеров, обещая им за это награду, вознаграждение. Вот за то, что ты там убьешь неверных, я тебе девственниц в раю и жратвы
до отвала, и не будет у тебя голова болеть никогда, и поноса не будет. Я говорю, что это за такое нанятие киллеров, то есть гонорар киллеру за террористическое, как за убийство. Я говорю, неужели написано же и в Коране, что Аллах хозяин души человека, то есть забрал душу, и все, человек умер. Зачем ему нанимать убийц? Это говорит, что он не всесилен. Уж как-нибудь со своими врагами он бы вполне сам разобрался. Зачем ему нужно вот такое жестокое свидетельство моей преданности? То есть я должен убить кого-то, чтобы доказать ему, что я предан ему, и за это получить награду от Бога на небесах. И вот это вот чувство приближенности к Богу, оно вызывает вот дикие оскорбления. То есть человеку кажется, что его веру оскорбили. Вот убили Христа также за оскорбление веры. А по сути дела и всех мучеников древних христианских убивали именно за оскорбление религиозных чувств. Почему? Потому что по закону римский император считался Богом. Или там полубогом, ну, божеством считался. Ему ставились статуи, перед которыми приносились жертву Даладан, там, ну, приносили жертву ему. И если человек отказывался, то это получалось, что он оскорблял религиозные чувства верующих. По этому признаку можно всех христианских мучеников подвергнуть судебному разбирательству. И вот эта уверенность именно в том, что мы защищаем божественные интересы, она творит очень нехорошие преступные дела. Также вот инквизиторы, вы совершенно правильно заметили, они уверены были в том, что они волю Божию творят. И сжигая людей на кострах, они считали, что они спасают их души, что они там искореняют ересь. И прочее остальное, не задумываясь опять же над тем, что Бог может сам разобраться со своими противниками и со своими врагами. Нет, вот мы должны огнем и мечом это все устранить. Это всегда приводило к жесточайшим издевательствам над людьми, к жесточайшей крови. Я бы сказал так, что Запад вот такими действиями, он свою философию, свободную философию, наверное, сам и подавил. Может быть, и да. Вот русская философия, русские мыслители потом на волне вот этого нового осмысления, они вот эти вещи объяснили. Да. Вспомним да. Великого инквизитора Достоевского, он как раз об этом же и рассказал. Да, вы правы, вот именно вот с точки зрения Достоевского, да. Вопрос именно там, знаете, когда вот доходит вопрос о свободе, там, где, ну, кому нужна твоя свобода? Зачем она нам нужна? Нам нужен кусок хлеба там и обеспеченная жизнь. Инквизитор задает вопрос Христу. И тот ему молчит в ответ, ничего ему не отвечает, подходит и целует его. И вот это свидетельство Достоевского, что все эти церковные разборки, суды, инквизиции, это позор церковный. И частенько на соборах церковных, это просто, это как у Ключевского написано, это я считаю не достоинством, а позором, потому что вместо духовной жизни начинаются просто мелкие, подлые, грязные. Потому что вы сами понимаете, что любые практически судебные разбирательства, когда есть столкновение сторон, всегда возникают лжесвидетели, клевета и все остальное. Опять же, возьмем Евангелие, когда Каиафа приглашает там лжесвидетелей, которые выдумывают на Христа разные, там, что он храм разрушит и через 3 дня его воздвигнет. И не быть достаточно свидетельств. Они извратили его. Слова. И это всегда так. И это вошло, вот, к сожалению, в церковную традицию. И именно, вот, я бы не буду говорить церковную, потому что церковь – это церковь Божья. А вот в чиновничество, я скажу, в чиновничество. Церковное чиновничество. Да, вот в церковное чиновничество это очень глубоко вошло. И беда-то заключается в том, что они искренне верят, что они Божье дело творят. И вот если мы, например, возьмем с вами, вот, опять же, коснувшись инквизиции, возьмем с вами, например, того же самого Джордано Бруно или Галилея, они тоже были сожжены за оскорбление чувств верующих. Самое настоящее за оскорбление чувств верующих. Скажем так, по сути, даже при определенном приближении, то, что мы сейчас с вами говорим, это
с позиции некоторых, да, страшной ереси. Да, нас можно тоже сжечь, да, нас тоже можно сжечь. Но я вот для того, чтобы, может быть, здравомыслящие люди могли, если у них возникли такие мысли, могли посмеяться над собой, я им приведу несколько фактов, которые заставят разум задуматься. Ну, во-первых, почему считалось оскорбительным? Потому что Галилей, которого, кстати, не сожгли, а так его задавили, что он там испугался, да, оскорбил чувство верующих. Почему? Потому что в то время считалось, что Земля – это центр мира, а все остальное вокруг нее вращается, и поэтому, если Земля не центр мира, то как бы Галилей посягал на какие-то основы убеждения. Хотя этого совершенно к Писанию, к священному и к вере не имеет никакого отношения. Но так было убеждение, что Земля – это центр Вселенной. И вот в свою правоту он привел два факта. Первое, он сказал, что он обнаружил у Юпитера спутники, 4 спутника, которые вращались вокруг Юпитера, и поэтому он решил, что раз вокруг Юпитера вращаются спутники, то Луна вращается вокруг Земли, а Земля с Луной вращается вокруг Солнца. И второй его момент, очень интересный в судебном разбирательстве, он обнаружил пятна на Солнце. И он смотрел через закопченное стеклышко, через телескоп, и увидел эти пятна. Причем он увидел, как пятно идет по лицу Солнца, обходит вокруг и опять выходит из-за горизонта. То есть он понял, что Солнце круглое, и шар, и пятно на Солнце идет по всей его, по кругу, оно вращается и опять выходит так, что его становится видно, то есть становится обозримым. Он увидел, что Солнце вращается. Да, что Солнце вращается, да. И он предложил кардиналу, который там его судили, посмотреть в телескоп и увидеть пятна на Солнце, и что Солнце вращается. Кардинал сказал ему: ты невежа, Бог, не может быть никаких пятен на Солнце, потому что Бог совершил Солнце, совершенным сотворил. Оно идеально, и на нем не может быть никаких пятен. И взял и выкинул этот телескоп в окно. Вот пусть задумаются те, которые думают о том, что есть ли Солнце пятна или нет. И кардинал решил, что его оскорбили чувства. Но вот нам нужно задуматься над тем, с кем же лучше быть, с Галилеем или с этим кардиналом. То есть в чем чувство верующих больше науки? Быть ли с глупостью остаться и невежеством, но зато с таким, знаете, фанатично-религиозно убежденным, либо все-таки быть сторонником здравомыслия. И в конце концов, еще, знаете, Галилей на книге в какой-то на страничке последней написал: богословы, запомните, сегодня вы меня осуждаете за то, что я сказал, что Земля вращается, и проклинаете меня за это. Завтра вы должны судить будете и проклясть всех, которые скажут, что Земля не вращается. Потому что все узнают, что Земля вращается. Значит, те, кто будут говорить, что они вращаются, они будут, их надо будет проклинать. Сегодня вы меня проклинаете. Так и получилось. Так и получилось, да. Теперь можно для смеху проклинать всех тех, которые считают, что Земля не вращается, а стоит на 4 китах. Давайте их тоже анафематствуем и проклянем. Ну, вообще это, вы знаете, это, к сожалению, вот это, эти факты надо знать, это надо учить, и это, ну, это так... Надо осмысливать, да, тем более, я говорю, нас, вот нам, русским людям, потому что через и нашу историю прошли тоже ведь такие вещи, хоть и говорят, что там не было церковных войн, ну, церковный раскол привел к таким кровавым последствиям, что просто диву даешься иногда. Как... Да, я вот еще все удивляюсь, до сих пор никак не покаяться перед старообрядцами, а давно надо покаяться. Тоже сложный вопрос, вот, потому что, ну, я вот считаю, старообрядцы ведь, они вот из-за этих гонений ушли практически, многие ушли в толкование и в секты. Ну, естественно, и, да. И в такие, что, которые отвергают всех остальных людей. И вот сейчас подойти к этому просто так вот невозможно, даже вот всех старообрядцев одним словом не назовешь, они очень разные. Ну, тут я вам сразу маленькое возражение, вот представьте себе, что в результате того, что ребенка избили, он стал идиотом и инвалидом. Как к нему относиться и кто виноват?
Если бы их не долбали так дружно, да, они бы, в такие они бы туда ушли. Бы не ушли в эти секты. Да. Это естественные... Они прятались, они жить хотели. Это здесь уже включаются инстинкты. То есть человек пытается свои внутренние инстинкты самосохранения как-то сочетать со своей верой. Они прятались, они уходили куда-то там в дальние леса. А там уже знаете, как получается все просто? Появляется какой-нибудь сумасшедший духовный лидер, который очень самоуверенный. И он очень всем... Сильный. Как личность. Гуру такой, гуру появляется. И это гуру доказывает всем свою правоту. Вот, например, начинает там убеждать всех, что нужно сгореть в срубе. И ему верят, и за ним идут, да. Поэтому вот это гуруанство такое, оно ни к чему хорошему, доброму не приводит. Да. Но логика событий просто смешна. Это убивать своих братьев за то, что они там двумя пальцами крестятся или тремя. Хотя церковная история знает факты, что и одним пальцем копты крестятся, и католики вообще ладонью крестятся. И никогда этому никому не мешало. Но вот эта истерия, тоже чисто русский такой вот наш подход по поводу троеперстия или двоеперстия, это, и еще вставленного в символ, там еще не, это еще не все. Если вы более точно знаете историю, там была вставка в символ веры. Это вот все, у нас вечно все крутится вокруг Святого Духа. И у католиков филиоквы, это вставка и от Отца и Сына Исходящего. Духа Святаго, Господа Жидея, Отца и Сына Исходящего. А у нас была вставка такая, не знаю, откуда она возникла, но это еще со времен Кирилла и Мефодия в переводах. Там так идет. И в Духа Святаго, Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же с Отцем и Сыном споклоняемо, и славимо глаголовшего пророки. А там вдруг откуда-то появилось слово, и в Духа Святаго, Господа, и в Духа Святаго, Господа истинного. И животворящий. То есть не просто, а еще откуда-то взялось слово истинного. Это в Никонианской? Это в до-версии. Так читал этот символ веры Сергий Радонежский. Значит, его тоже нужно по этому поводу осудить, поскольку он крестился неправильно двумя пальцами. Да. И символ веры он неправильно по читал. По логике Никониан осудить надо было все. Конечно, народ возмутился. Конечно. И получается, что... Никон встал, когда ему вот эти все представили факты, что у нас ошибка вот в символе веры, потом там были ошибки в таинствах. Например, на великое чин освящения воды на крещении, там есть и освяти воду сию духом твоим, Господи, ныне наитием святаго твоего духа, и освяти воду сию, или и там дальше, духом твоим святым, освяти воду духом твоим святым. И вот в Бахтсе появилась ставка, духом твоим святым и огнем, откуда-то взялось слово, то есть огнем, то есть освяти воду сию духом святым и огнем. Отсюда пошли сжигание, самосжигание. Да, как бы некое освящение духом святым. И вот он встал, Никон, разорвал на себе тоже там барму. Они тоже ходили патриархи, как он получил титул великого господина, вот это вот и отца нашего, как у нас сейчас на литургиях поминают патриархов также. Он разорвал, они такую носили царскую барму, крест, и он разорвал на себе эту барму и сказал, что такое пропала вера, пропала церковь, он сказал. Вот это его слова, дословно, что пропала вера, пропала церковь. То есть с чего это он решил, что там что-то пропало. Это просто безграмотность. Все можно было спокойно решить. Конечно. Потому что история церковная, если подойти трезво, она вся состоит из бесконечных споров. Да. То спорили, Бог ли Христос или не Бог, ариане, то позже там две природы во Христе или одна. И поэтому кто как на этом по поводу, кто какими пальцами крестился, это был настолько, с точки зрения бесконечной войны церковной тысячелетней, это была мелочь. Если это бы просто не грех в свое время довел эти вопросы, это, исправил, да. Если бы Иван Грозный был бы маленько постарше, видимо, может был быть. Да, может быть, это еще было при митрополите Макарии. Да, и если бы, когда Иван Грозный уже был в более возрастном возрасте, он бы, конечно,
Вполне возможно, таких вещей бы не допустило. Вполне возможно, реформировали бы школу. Ну да, да. Может быть, так. Вот, и получилось так, что... Сказательное наклонение в истории. И получилось, да. И получилось так, что из этого родилась братоубийственная война. Причем она настолько наивна и настолько ужасна, что показывает только обрядоверие. То есть вера была достоянием единиц, а вот обрядоверие было достоянием миллионов, потому что на веру двумя пальцами или тремя пальцами никакого не имеет отношения. И самое страшное, вот то, что я считаю самым страшным, это мое, сугубо мое мнение, какое же ужасное существо, Бог, чудовище какое страшное, если оно по принципу, кто крестится двумя пальцами или тремя, отправляет в рай или в ад. Если это для него критерий спасения и погибели. Что это за верокочие? Что это за такой ацтекский бог, который такое кровожадное, злобное существо? Такой бог нам не нужен. Пусть они его себе оставят, вот, и служат ему Пасху, и пляшут ему там, что хотят. А Христос, он есть бог любви. Они тоже в древности кричали: «Ваал, Ваал, услыши нас», и прыгали вокруг пророка Ильи, и наносили себе раны там, и кричали: «Ваал, Ваал, услыши нас». Вот это то же самое, разницы никакой. Кровожадное божество, которое будет там, не знаю, мстить русскому народу за то, что там не то слово вставлено в символ веры, или два пальца, троеперстие или двоеперстие. В общем, получается, что забывается, что Бог живой, что личность. Забывается о том, что он милосерд. А остается только некая такая карма, какой-то злобный закон, которому наплевать на все и на всех, который не учитывает никаких обстоятельств, но жестко карает. Разрешите вас перебить немножко, это много накопилось. Конечно. Я люблю поболтать, вы меня перебиваете. Ну, может, не хочется перебивать, когда такие вещи интересные рассказывать, но тем не менее. Мысль ваша очень понятна. Изначально мы задали такую тему, что отношения людей с религиозной точки зрения, как они относятся к науке. Но очень хорошо все-таки в нашей человеческой истории было, что вот этими вот вещами, в том числе и религиозными отношениями Бога с человеком, занимались не только религиозные деятели, но еще и мыслители, философы, и ученые, и так далее. То есть шло вот это вот соединение. И самые-то лучшие мысли, наверное, все-таки у тех людей, которые могут владеть и той, и другой ситуацией, о чем вы сейчас и сказали. Я просто вспоминаю вот эти вот знаменитые философские вещи средневековые, как Божественную комедию, значит, Данте, которая первая как бы показывала такие вещи с точки зрения светского поэта, ну, скажем, человека достаточно религиозного, но и мыслящего философа. Далее Гёте, это Фауст, тоже Достоевский мы уже вспомнили. Это удивительные вещи, связанные с осмыслением вот этого религиозного. И даже, может, я бы даже сказал, да, вы знаете, здесь как бы сквозь мрак обрядоверия пробивается здравомыслие. Ну да. И даже взять, если взять мысли и общую суть булгаковского «Мастера и Маргарита», то там тоже много такого смысляющего, да, есть. Да. Если бы эта вещь попадала не в руки неподготовленных людей, а в руки вот мыслящих людей, там много можно полезного понимать. И закончу свои мысли. И не только религиозные деятели, хорошо, что шли к науке, но ведь шел еще и обратный процесс. Многие ученые с точки зрения науки осмысливали в конце даже своей жизни, осмысливали вот этот божественный промысел. Мы, вот это же тоже такое движение есть. И величайшие ученые, они как бы под, к концу жизни, будучи атеистами, могли в конце жизни своей сказать: а ведь все-таки да, я сегодня понимаю, что что-то ведь такое приходит к этому. Так Виталий Гинзбург в конце жизни сказал, будучи за одним из самых величайших атеистов. Также вот вспомним работу по этногенезу Льва Николаевича Гумилева
этногенез биосферы Земли. Вот когда читаешь ее логику, когда читаешь вот эти вот различные научные изыскания, кто-то называет их псевдонаучными, но они очень логичны и интересны. И в конце книги он все-таки приходит к выводу, что всем руководит-то высший промысел. То есть идет вот это вот движение мыслителей, оно шло и с религиозной точки зрения, и с научной точки зрения. И, наверное, конечно, действительно, конечно, где-то в центре объединения вот русская мысль, русская вот философия, ну не только, конечно, русские и западные, есть такие люди, и были такие люди, но русская особенность. Бог всех любит, Богу все дети. Ну, поэтому он искры разума везде сеет. Это не значит, что только так. Вы знаете, у нас любят вот русский народ, там богоносец, и все, и начинается вот это бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Вы знаете, это тоже, это уже похоже на какой-то вот такой закрытый клуб. Вот где закрытый клуб, и мы тут вот особо избранные, как масоны, знаете. И мы особо знаем, а другие все там скрыто. Ничего подобного. Вы знаете одно, Бог любит всех. Пусть это будут китайцы, малайцы, австралийцы. Он всем, в каждом человеке, он дает каждому человеку бессмертную душу. Несмотря на то, где бы он рождался. Поэтому судить этого человека он будет не с точки зрения принадлежности к православию, а с точки зрения, какой это был человек. Даже если он не знал, там, не имел такой возможности, веры не имел, это к этому не имеет никакого отношения. И больше того хотел сказать. К сожалению большому, часто выставляется вера и религиозность как одно и то же. Я хотел бы разрушить этот стереотип. По крайней мере, ну пусть это будет несколько человек, пусть это будет несколько десятков человек, пусть это будет несколько сотен человек, которые слушают нас. Я хотел бы разрушить его таким образом. Я, например, считаю, что религиозность и вера – это совершенно противоположные понятия. А вера – это ваши личные взаимоотношения с Богом. Это ваше сердце, которое чувствует Бога, которое радуется Его улыбке, радуется Его, как говорят, Бог и доброе намерение целует, радуется Его дыханию, радуется той жизни, которую Он дал вам. А религиозность – это особое политическое устройство внутри духовной жизни для защиты государственных интересов. Причем жрецы, немаловажно, да. Жрецы, они во веки веков всегда служили своим императорам. Причем те жрецы, которые не хотели служить императорам, они жестоко подавлялись, а оставшиеся жрецы пели им анафему и дружно провозглашали новые истины. Кстати, вот мы возьмем, если с вами император Нестория, патриарха Нестория, возьмем Константинопольского, то его жизнь – это величайший пример. Это вот до сих пор же вот эта идея несторианской ереси ходит, и все говорят, несторианская ересь, отрицание Богородицы и так далее и тому подобное. Но если здравомысляще взяться и посмотреть вот церковную историю и деяния Второго Вселенского Собора, Третьего Вселенского Собора, мы увидим с вами интересную вещь. Несторий на самом деле никакой вообще не еретик. Несторий – несчастный человек, которого кознями разными, хитрыми, императорскими, решили сместить с патриаршего престола, как Иоанна Златоустова. Оклеветав, оболгав, устроили так, что он не смог явиться ни на одно судебное заседание. Как пишут многие историки, и причем приписали ему там все, что угодно, что он, я не знаю, на венике летал вокруг кафедрального собора, потому что он же не мог ответить на эти обвинения. И на него сыпали все. Причем, знаете, как у нас интересно, если пытаешься оправдаться, то тебя сразу начинают бить. Это как тоже по-евангельски все. Христос отвечает архиерею, когда его судит, суд Синедриона, он отвечает ему, говорит, что это не так, то есть неправильно говоришь. И подходит раб и бьет его по лицу Христа. И Христос говорит, если я сделал зло, то свидетельствуй о зле. А если нет, то за что же ты меня бьешь? У нас сразу начинают бить.
причем ногами топтать, и все дружно начинают кричать там «Ату», там все дружненько. Это стадный эффект, это, кстати, тоже инстинктивные такие качества обезьяньи, которые нам достались от того, Григорий Богослов, знаете, как интересно сказал, человек есть одухотворенное животное. Смотрите, какая мысль глубочайшая духовная. Это мысль Григория Богослова. То есть это животное, которому Бог дал бессмертную душу, да, дал дух. И поэтому оно, это животное постоянно оттуда лезет изнутри. Оно не всегда там глубоко сидит, оно все норовит наружу вылезти. Вот видно на Украине сейчас это очень хорошо. И вот историк не имел ни одного возможности оправдаться. Он бы, как у многих историков церковных написано, что если бы он явился хотя бы, ну, попал бы хотя бы на одно из заседаний, он бы с легкостью отмел бы все обвинения против него. Потому что он, ну, если вот тут разница огромная, если взять Ария, например, да, то Арий упорствовал в своих заблуждениях. Он спорил, ругался, там собирал защитников, собирал себе поддержку, там разных адвокатов и сотни людей. Он пытался доказать, что он прав, что он именно вот его это истина за ним. И со всеми спорил. Так Несторий никому вообще слова против не сказал. И ни с кем не спорил, ни с одним человеком. И не пытался доказать, что он не претендовал ни на какую истину. И, скорее всего, когда бы он пришел на судебное заседание, он бы сказал, ну, я ошибался, наверное, это неправильно. Вот как вы скажете, пусть так и будет. То есть его судить было вообще, в принципе, не за что. Но благополучно, оклеветав, обгадив его опять вот так выше крыши, его благополучно осудили, прокляли, и уже анафематствуют его 1500 лет, проклинают. И ни за что, ни про что. Просто, ну, потому что императору надо было на патриаршую должность посадить своего человека. Да. Вот и все. Разрешите вас маленечко перебью и попробую направить нашу беседу в другое русло. Не то, что в другое, а раз уж задели Нестория, несторианство, значит, это, я как понимаю, ну, вы меня поправьте, если я не прав, как я понимаю, что есть две стороны монофизитства. Да. Значит, одно несторианство, которое пошло по утверждению, что, значит, ну, грубо. Это, вот знаете, я еще раз, это не Несторий придумал. Да. Это было до него. Я согласен. Но последователи несториане, они, значит, их же тоже, они тоже были гонимы. Конечно, и несториане, да, уже, они сместились на восток. Сирия, сирийские или там литургии, да, несторианские, да, много. А потом раз. Они сместились на восток, куда-то в монгольские. Там, это, да, что-то... да, да, даже в Индию. Даже в Индию, да. И бежали. Интересно, да, по истории, что обратно к нам несториане пришли уже с татаро-монгольским нашествием. Тоже верно, да, вы совершенно правы. Это был такой момент, и когда уже получилось так, что когда начались реформы хана Узбека, об исламизации Золотой Орды, то несториане, татаро-монголы, они спокойно перешли на службу к московским князьям. Да, это уже знали. Потому что знали, они были христиане. То есть, да, вот нам несторианство как-то пришло обогащением тех восточных народов, которые приняли спокойно православную веру и обогатили кровь русских людей, и усилили московское государство. Вы знаете, даже вот вы тут так плавненько подошли к теме монофизитства. Вот. Прямо идеально. Я прямо, да, идеально. Я уже чувствую. Вы уже чувствуете, в чем вопрос. Вторая сторона монофизитства – это григориане. Абсолютно. Это не вторая сторона. Это как бы, ну, будем говорить, там очень много оттенков и сторон. Да, будем, я упрощенно, да, очень, потому что если мы будем сейчас... часть будем сегодня говорить. Я как бы, исходя из ваших предыдущих сказанных слов, я начинаю вас понимать. Значит, я был сегодня в вашем храме-часовне, значит, которая построена, где вы служите, и даже службы, и... Да. Значит, она построена в стиле григорианского храма. Да, да. То есть монофизитского. То есть вам помогали армяне по строительству этой часовенки замечательно. То есть и вы спокойно этих ребят воспринимаете как самый христиан. Там, да, сам, по сути дела, один человек, который более всего проявил инициативу, сам хозяин, сам такой вот он. Да.
будучи оставаясь в лоне Русской Православной Церкви, будучи русским православным человеком, да. вы спокойно воспринимаете армян, монофизитов, григориан, как своих прихожан. Абсолютно верно. Я правильно вас понимаю. Да, вы совершенно правы. Вот, и поэтому я хотел это, вот, на эту тему маленько переключиться. Объясните еще своими словами вот ваше видение. Значит, это называть армян монофизитами — это величайшее заблуждение. Может быть. Это мы можем их называть. Это, знаете, как вот, допустим, кто, есть такая сейчас вот, да, украинцев называют укропами, а эти бендеровцы называют Россию рашкой. Там это, ну, кто из них прав? Никто не прав, потому что это защита своей стаи, инстинкты, опять же. Я так понимаю, это не только мое мнение. Конечно, есть такое, да. Поэтому армяне к монофизитству не имеют никакого отношения. Это армянская церковь апостольская, армянская церковь православная, армянская церковь намного, конечно, она намного древнее, чем момент крещения Руси. Да. То есть это первое вообще государство армянское, конечно. Первое государство вообще, которое приняло официально христианство, Армения. Даже раньше Рима, там, Византии и прочего всего остального. То есть это очень древние христианские корни. Кроме того, это как бы клеймо монофизитства. Оно поставлено вот как раз вот различными церковными соборами и деятелями разными церковными, для того, чтобы можно было кого-то оплевать и обгадить, к сожалению большому. На самом деле, вот это клеймо там, мошенника, еретика и проходимца, это просто излюбленное средство для клеветы на человека. Как сказал Геринг перед смертью, после Нюрнбергского процесса, что достаточно обвинить человека в непатриотизме, чтобы его все обгадили и начали пинать ногами. То есть достаточно клеймо поставить «не патриот», и сразу, естественно, слон, представьте, вот стадо, да, стадо слонов, все мы здесь слоны русские, и вдруг один слон «не патриот», все начинают его, этого слона, дружно пинать. И волки также в стае, вот если кто-то отличается, его обязательно надо загрызть. Почему? Потому что это нормальный, природный, стайный эффект. Если кто-то чужой, вот даже вот обратите внимание, обезьяны, например, вот одинакового вида обезьяны, но одна с одной стадо южного, а другая северного. Если они поймают эту обезьяну одну, они ее разрывают на клочки, в смерть. И в людях это вот эти инстинкты, они, к сожалению, остались. И вот происходит такая вещь, что как бы очень удобно выдать желаемое за действительное, чтобы достигнуть своих целей. Вот вы сейчас обратите внимание, как действуют Соединенные Штаты Америки. Именно так и действует. Желаемое выдается за действительное в общественном сознании, чтобы добиться своих целей. Я хорошо изучал историю и армянской особенности церкви. Я должен заметить, что от чего началось все. На 4-м Вселенском соборе Халкидонском не присутствовала армянская делегация по причине чего? Шах, по-моему, Хасрой, напал на вот эти персидские шах, да, вырезал половину народу там и границу, ну, нельзя было перейти через границу. Все, кто общался с греками, тут же объявлялись государственными изменниками. Просто не смогли туда попасть. Да, и тут же они, объявившись государственными изменниками, они тут же казнились. Вот, как помните, Яну Дамаскину за то, что он там письмо написал, вроде вменили ему, что он написал письмо греческому какому-то императору, ему за это отрубили руку, хотя он и писем этих никогда не писал. И вот здесь такая ситуация, что армяне приехать не смогли, но попросили помощи у византийского императора и патриарха, которым пообещали, но помощи не оказали. И, конечно, армянам это досталось боком, их резали, убивали тысячами и миллионами. И вот, после того, когда они уже приехали, после всего заседания собора, обнаружилось, что вместо того, чтобы помогать им, все делили, как будут делить имущество армянской церкви. Это было главным духовным вопросом.
как будут делить храмы, как будут территории делить. И они вот на чувстве вот этого, на чувстве вот этого патриотизма и на, вот на этой крови, с которой они приехали, да, вот представьте себе, да, что вот сейчас приедут, например, солдаты из Дебальцево, из ополченцы наши приедут из оттуда, а мы их обвиним в том, что вот цвет трусов у них не наш. И вообще такие трусы у нас носить здесь не положено. И вообще нефиг здесь вообще вам делать. Вот так армяне получили вот такой вот, это такие глупые надуманные вещи, просто невероятно глупые надуманные. Почему? Потому что сама формулировка Халкидонского собора, она не дает никаких ответов. Никак не решили отцы, святые отцы собора, не решили, так никто и не понял, как же божество объединилось с человечеством. Вот представьте, задаю вопрос, как объединилось божество с человечеством? Да никак, никто не может этого понять. И знаете, как написали? Нераздельно, то есть не разделяется больше, неизменно, то есть ничего не изменилось, неразлучно и не слиянно, то есть и не слилось, и не разделилось, не изменилось и не поглотило. Не. Нужно объяснить немножко зрителю, о чем все-таки попроще. А, попроще объяснить. Да. Ну как? Смысл, значит, Христос Бога человек. Да, Христос значит, Бога так человек. Поясняет наш символ веры православный. Значит, монофизитов говорят, что монофизиты одни признают только Бога. Нет. А значит, что такое Бога? Что такое Бога человек? Это значит, вот человеческая плоть, человеческая душа объединилась с Божеством. Вместе. И божество нераздельно, неразлучно, неизменно, неслияно соединилось с человечеством. Вот, в единую такую ипостась, в единое существо соединилось. Это можно сказать. Но как это произошло, никто никогда не объяснил. Это непостижимо. Да, это непостижимая вещь. И это чисто вопрос ненаучный. То есть это вопрос веры. Хочешь верь так, хочешь верь по-другому. Это уже чувство лично человека, его личной веры. И, кстати, армян обвинили, наверное, в том, что они признают только единую сущность. Нет, они просто не были на этом соборе. Не были. И не признали его деяния этого собора. Понятно. И перестали больше ездить на эти сходки. Понятно. Греческие, которые они обиделись. Да. И на вот эти вот греческие сходки они перестали ездить. Они сказали, вы не признаете единую сущность, значит вы монофизит. Абсолютно вы правы. Вы совершенно правы. А армяне поступили гораздо умнее и гораздо хитрее. Они взяли Кирилла Александрийского. Это величайший святой древний. Наподобие Афанасия, наравне с Афанасием Великим, там, Василием Великим, Макарием, Иоанном Златоустом. У него есть несколько слов о том, как же соединились две природы во Христе. И они ничего своего не стали выдумывать. Они просто взяли его слова и сказали, мы вот будем вот так верить, как написал Кирилл Александрович. А у него там ничего нету еретического совершенно. И ничего там у него нет монофизитского. Поэтому обвинять армян в том, что они верят в то, что во Христе только одна природа, это величайшая глупость и наше заблуждение, безграмотность, ничего подобного. Они просто очень аккуратно подходят к этому вопросу, потому что если вот я тут уже углублюсь более в такие глубокие, это если кто-то вот из нас, кто-то смотрит. Очень интересно. Кто-то смотрит из людей, вот богословов, я вот просто такую сейчас скажу вещь, на которую вообще никто не ответит. Дело в том, что вот соединилось два существа, божественное и человеческое, два естества соединилось. Значит, соединился совершенный человек с совершенным Богом. Но Бог – это Бог, да, вот Господь. А в человеке есть плоть и есть душа. Вот куда делась душа? Когда Бог Христос соединился с Богом человеком, куда делась душа, куда делась личность, личность человека? Вот два существа – Бог и человек. Вот куда делась личность этого тела, которое стало Иисусом Христом. Вот пусть они мне ответят, пусть они придут и ответят. То есть, понимаете, как здесь настолько
Это настолько таинственно, он да. Это настолько, это как, ну, не знаю, сотворение Вселенной. То есть здесь нельзя с топором прийти и вот нарубить паркет, сказать, вот здесь мы будем жить. Ну, по крайней мере, в основах человеческой культуры эти вещи понимать надо. Да, понимать надо, да. Хотя бы, по крайней мере, вот... Хотя бы понимать надо, да, что такое было. Точки, точки, да, вот эти поставить, очертить границы. Поэтому я настаиваю на том, что армяне не являются монофизитами. Это глупость. Вот, это просто глупость. Они просто за основу... Нигде у них не написано, что они исповедуют то, что во Христе одна природа. Только божественная. Нигде. Это вот как раз вот сирийские христиане... которые бежали в Индию, там монофизиты, а, настоящие они монофизиты. Они обвинили в другом. Да, монофизиты. Что? Не григориане, которыми являются армяне, святителя Григория, по имени святителя Григория, а именно монофизиты. Настоящие монофизиты, которые явно в своем учении прописали, что божественная природа, они просто решили, божественная природа поглотила человеческую, и все, полностью поглотила человеческую, и никаких вопросов. Но у нас, с православной точки зрения, это неправильно. Почему? Потому что если это Бог, а человеческого ничего не осталось, то как же Он кого спас? То есть Он тогда не страдал. Бог не может страдать. Ему не может быть больно. Ему нельзя забить гвоздь в руку Богу. Он поругаем не бывает. На Него плюнуть нельзя. Кулак Ему показать невозможно. Бог поругаем не бывает. Поэтому... надо признать, что совершенный человек и совершенный Бог. И как это объединение произошло, этого никто не знает. И это не открыто. И причем собор ничего не объяснил. Он просто объяснил не как. Не как, а вот не как. Как нет на самом деле. Не раз... Ведь смотрите, все слова. Неразлучно, неизменно, нераздельно, неслиянно. То есть вот как-то объединилось... Вот мы знаем, что не слилось, не изменилось, не разделилось, и не разделится никогда. Но как, мы не знаем. Вот как-то вот так вот оно и объединилось. Никто этот ответ дать не может, потому что это не вмещается в разум человека. Вот это, не, это просто не вмещается, это как, знаете, разговор о пятом измерении, там, о шестом. Оно не вмещается просто в голове. Но приписывать армянам монофизитство на этом основании, это величайшее заблуждение. И более того, скажу вам, это даже просто политическая конъюнктура. Надо было просто назначить козла, жертвенного козла отпущения, вот, и это были, значит, в те времена. Скажем, 1500 лет назад, да? Да, а когда произойдет уже разделение, назад объединить практически невозможно. Вот как с католиками. Когда произойдет разделение, назад объединиться, это, ну, вообще, почему? Потому что каждый епископ там и каждая мелкая козявка, она считает себя посланником Бога на земле. И поэтому один другому кланяться не пойдет. Каждый хочет, как это называется, сохранить суверенитет, собственную независимость. То есть, как знаете, один сектант сказал, вот это, как в Евангелии написано, стадо Христово, говорит, заведи себе своих баранов и стриги. Пачка, вопрос в лоб, можно? Вопрос в лоб провокационный. Вас в экуменической ереси не обвиняют? Да нет, я к экуменизму как раз отношусь очень так... нехорошо, я считаю, вот. Экуменистический. Хорошо бы пояснить это сейчас, что это не экуменизм. Дело в том, что вы заступаетесь за определенные. Я просто вещи. Даже не буду. Вы понимаете? Да, вы понимаете? Да, я понял, я понял. Я считаю экуменизм порождением политиков. Угу. То есть это не внутреннее церковное движение, а это попытка извне, ради каких-то политических интересов, каких-то политических людей, всех пристрить под одну гребеночку, всех причесать. Кстати, это было много этих попыток, они всегда плохо кончаются. Я считаю, что жизнеспособно то, что изнутри будет. То, что будет исходить из порыва веры. Вот это такой экуменизм я приветствую, который будет, вот люди сами встречаясь, да, хотят, чтобы между ними не было разницы. Вот, допустим, пришли, вот вы придите, например, на Рождество в католический храм, и вот просто почувствуйте, захотите, пожелаете быть с людьми этими одного духа. Причем это будут русские люди,
это не где-то, я не предлагаю в Риме, а вот здесь, например, даже вот в Новосибирске. И если вот этот порыв возникает, то есть именно чтобы Христос был посреди нас, посреди людей, вот это хороший экуменизм. А когда этому толкает какой-нибудь епископ там или какой-нибудь церковный чиновник, к этому подталкивая ради каких-то политических конъюнктурных интересов, это всегда вылезет боком. Ничего хорошего с этого не будет. Наше древнее эсхатологическое мировоззрение тоже никто не отнял. То есть мы же помним вот это вот послание Иоанна Богослова, откуда апокалипсис, откуда идет боязнь вот этого объединения церкви. Может быть и так, да. Так. Поэтому это вопрос серьезный, я вас спросил, я вас понял. Я прямо, вот насчет того движения, которое сейчас экуменистическое, я к нему очень негативно отношусь, к этому экуменистическому движению. Я считаю это, повторюсь, считаю это политическими играми, игрищами политическими, причем хитрыми такими, очень глубокими, может быть, далеко даже нами не понятыми. Я думаю, основная ваша мысль в том, что в каждом человеке есть Бог. Это да. Вот это основная мысль. И когда Бог в вас позовет того Бога, который в Сидоре Петровиче, и вы сможете друг дружке сказать «Христос воскресе», вот это и будет истинным экуменизмом. А когда приходит сверху бумага о том, что вот Сидор Петрович на прошлой неделе так верил, а на этой неделе должен верить по-другому, потому что этот синодрион какой-то местный принял такое решение, то этого не бывает. Понимаете, вот невозможно каким-то, я всегда смеюсь над всеми, вот церковные суды, это самый величайший позор церкви всех времен и народов. Потому что большего позорища невозможно себе представить. Понимаете, церковный суд не имеет права на ошибку. Когда он спотыкается, это выглядит ужасно. Почему? Потому что выглядит, Дух Святой обманулся. То есть это выглядит, Бог был обманут. Да, вот, вот, например, если вы знаете хорошо историю, я вам просто один пример приведу. Это блаженного отца нашего Хризостома, Иоанна Златоустова. Блаженный Хризостом – это Златоуст. Блаженного, как вы там знаете, в начале пасхального его послания, там и же отца нашего, там читается от него, от его, от лица Иоанна Златоустова пасхальное приветствие. Так вот, сей муж великий, ни за что, ни про что, за то же, если мы какую-нибудь тему отдельно эту затронем, я вам прямо перескажу его житие. В общем, церковным судом, своим же братом, Александрийским патриархом Феофилом, который собрал против него кучу лжесвидетелей и клеветников, как вы думаете, на что они его судили? Вот они собрались, и вот 40 епископов Константинопольского патриарха судили. Как они сказали? Смертную казнь. Казнить. Так везде в наших церковных книжках хитро написано. И был низвергнут. Я всегда думал, в сарае что ли кинули его. Сказал бы, низвергнут. То есть что такое низвергнут? Они приговорили его к казни. Они приговорили его к смерти церковным судом. Сначала они лишили его патриаршества. Потом они лишили там его всех чинов церковных и званий. Потом они лишили его всех церковных одежд. Иоанна Златоуста. Основу церкви. Да, веры, да, литургии, которого мы служим, да. Они лишили его всех званий, они лишили его всего, я не помню, по-моему, только монашество ему, да, может, и монашество, или всего. Нет, они его и монашество лишили, иначе нельзя было его казнить. По законам римским духовное лицо не подлежало светскому суду. Пока его не лишили всех, так в Российской империи так же было. Да. То есть священника, например, совершившего преступление, нельзя было отправить на каторгу, пока его не лишали там всех званий. Да. И вот получается, что они его лишили всего, потом приговорили его к смертной казни. И отправили это решение собора на утверждение патриарху Аркадию, этому императору Аркадию. Он испугался, и Аркадий заменил ссылкой казнь смертную. То есть свои же оказались более злобными, чем император. Разрешите, батюшка, хорошо, я понял. Мы, наверное, конечно, посвятим как-нибудь это. Да, затронуть эту тему надо. Можно, да, в рамках наших бесед. Можно я еще верну немножко, и, наверное, мы, может быть, сегодня закончим. Я верну на что? Раз уж мы затронули армян, и вы
сказали такое замечательное слово в защиту их исторической духовности, то я бы сказал так, я в своей жизни тоже встречал такие вещи, когда люди такие одухотворенные понимали эту вещь. Я в свое время занимался ремонтом церквей, реставрациями, и у меня получилось так, что выделено было бюджетом, городским бюджетом, не здесь это было в Центральной России, городским бюджетом была выделена определенная сумма, и никто не брался за эту сумму помочь как-то отремонтировать, не то что отремонтировать, выполнить некие работы. А священником в этом храме был настоящий монах. Я в жизни видал всего лишь два раза сталкивался с настоящим монахом. Там был, это редкость. Это очень большая редкость. Это был человек, отец Никита. Он жил действительно в келье. Храм был, ну он не был, он сейчас есть. Такой высокий, в таком в стиле, наверное, русского барокко сделанный, или как сказать. Ну, смотря какой вот. Высоченная часовня, вот это вот. И потом вот этот переход. Потом еще идет арочный, высоченная 40-метровая колокольня. Значит, все это пришло в полную негодность, конечно, из-за отсутствия крыши. А, и вот крышу надо было и сделать. А вы представляете, что такое 40-метровая колокольня? Вы знаете, моя жизнь – это все строительство. Да, поэтому я прекрасно представляю, что такое церковные крыши, вот что такие купола. И за это дело мы взялись с моим другом. Он армянин. Значит, и вот мы с ним взялись за это дело и поставили этот купол. И вы знаете, в первую очередь над колокольней, потому что ну просто денег не хватало. Ну, представляете, как что там, выделили 100 тысяч. То есть само произведение каких-то работ, это было уже как бы помощь. Уже хорошо, да. И мы с такой радостью выполняли эти работы вот с моим другом. И это было что-то. Мы там, вы знаете, и через неделю он умер от сердечного приступа. И вот монах, вот этот вот Никита, который не очень приветствовал вхождение Алика, Альберта там, и его племянника, вот, ну как-то, ну не очень так, ну как-то так косо поглядывал, скажем так. И он потом принял все, он отслужил и панихиду, и принял все эти самые, и в принципе все вот эти вот ребята, армяне, да, они пришли к нему, они стояли, присутствовали на службах. Вы понимаете? И было понятно, что этот батюшка, он примерно сказал так, да, этот человек совершил такое дело, что Бог его сразу забрал к себе. Ну, понятно тут логика. Ну, как бы вот. Потом я стал крестным у дочки его племянника. Ну, то есть вот это вот в защиту того, что да. Что я сказал. В защиту того, что вы сказали, это вот сама жизнь так пришла. И вот то, что сегодня случилось в Армении, катастрофический, потрясающий, жесточайший случай, когда какой-то гоблин, который вообще не заслуживает права вообще не относиться ни к какой национальности. Больной человек, который устроил такое. Это больной, такую, это, к сожалению, вещь. Больной человек. И слава Богу, ну, хотя произошли какие-то моменты ненависти, там, и взрывов, это всегда происходит. Это виноват тот, кто его туда взял, комиссовал. Это понятно. Потому что это психически больной человек. Я бы вот почему вот к этому привел, к нашей беседе, что нельзя нашим народам из-за таких потрясающих случаев. Я сразу вам сейчас, знаете, вот сразу. Приводить наши исторические отношения сразу, ненормальные. Да, знаете, это, ну, это просто из-за такого одного факта, это глупость. Смотрите. Вот я строил на храмик на 18-й колонии. И мне помогал армянин положенец, такой, ну как, это он практически построил. Я там участвовал в качестве руководителя работы. Народ очень такой. Да, и вот он армянин, такой большой, такой худой парень, ну, с большим таким носом и паха, как-то так называли его. Он что там сидел в тюрьме? Он цветы на клумбе воровал в Новосибирске. Наверное, на его руках тоже что-то было. Так давайте мы теперь за этого Ваху или Паху начнем устраивать межнациональные разборки. Да мало ли есть уродов, есть везде, хватает. Поэтому вот это я просто из своей собственной жизни. Ведь человек сидел в тюрьме явно
не за бирюльки какие-то. Да. Может быть, на его руках и чья-то кровушка там не тоже. Будем кто, да, не будет исторические моменты. Кто его знает, что там все могло быть. Да, да, все Богу слава. Но это не значит, что какой-то психически больной человек должен стать противостоянием международным. Да. Тем более, что это больной человек. Если я, да, я вам свидетельствую просто как с такими подходом человека, который имеет большое прикосновение к больницам, к медицине. Потому что психиатрические лечебницы, которые я посещал, вот особенно шестая, которая возле Тулки в Ленинском районе, больница там, где сидят те, которые зарезали своих жен, там это в порыве ревности, там сидят люди, которые людоеды, насильники, маньяки высшие пробы, высочайшие пробы, они принадлежат всем национальностям. И когда начинаешь, это видно, что человек, у него отсутствует личность, он просто, он, у него мозг выключился. Это вот мы, например, это все равно, что судить тигра за то, что он выпрыгнул из кустов и съел оленя. Вот представьте, вот допустим, редчайший олень, последний на земном шаре олень. Его съел. И, да, и вдруг из кустов выпрыгивает, вы его тут лелеете, бережете. И выпрыгивает тигр, он совершил зло. Но этот человек, это не человек, это остатки от человека. То есть он психически больной. И он не может отвечать за свои действия и поступки, поскольку его можно посадить в тюрьму и все, но виноват тот, кто его принял в армию. Да, конечно, там да. Будет. Неужели они, конечно, неужели они, вот ребята, которые достаточно да, грамотно и осудят. Ребята, которые были рядом с ним, его командиры, они видели, что он из себя представляет. Ну, конечно, знаете, бывают тайные маньяки сексуальные, которые вот ничего не делают, а в определенный момент, вот как Чикатило, там, вот такого плана действия совершают. Но это отнюдь не значит, что это русский народ или еще что-то. Если взять наших уродцев, которые есть у нас, и взять уродцев, которые есть в Армении, они будут стоить друг друга, как два сапога пара. Понимаете? Это, как знаете, есть анекдот такой, это мужик идет ночью, и два мужика встречаются в узком переулке, один достает нож из кармана, говорит, у тебя деньги есть, а другой достает топор из-за пазухи и говорит, тебе мелкими купюрами или крупными. Понимаете, то есть вот два человека встретились, да, два человека, да, один с ножом, другой с топором, а таких найдется хорошо, и там полно, и у нас найдется, тем более, что криминальный мир, вот он настолько у нас в Советском Союзе это переплелось. Криминальный мир Кавказа, Москвы, российские криминальные авторитеты. Это вот такой клубок огромный. Поэтому, а это люди, которые, вы сами понимаете, вынуждены вести определенный жизненный образ, который в крови утопает. Мы с вами говорим о том, что должны переплетаться духовный и цивилизационный мир. Абсолютно верно. И я еще хотел бы, вот как бы мы, эта беседа все-таки первая, мы очень много тем затронули. Я хотел бы еще, знаете, какую затронуть мысль. Ко всему нужно подходить, как пишет Василий Великий, вера наша, вера разумная, разума. Нужно подходить ко всему с точки зрения разума. Ни к чему нельзя подходить с точки зрения фанатизма, особенности религиозного фанатизма. А, к сожалению, это сейчас очень распространено. И это было распространено при Галилее, и это распространено благополучно и в нынешние времена. Ярчайшие примеры – это вот сейчас вот террористические акты, которые совершают люди, которые верят в то, что они за это получат какую-то награду. Мы поговорим отдельно. Да, это яркий пример. На тему ислама. Да, но разница в том, что те, которые сожгли Галилея, их помешательство, их фанатизм, и разницы между ними и вот этими фанатиками нет никакой. Потому что те тоже были уверены, что они это ради Бога совершают. И сейчас также у нас, если взять внутрицерковную жизнь, то священник – это никто. Священник – это мусор, это раб. Вот церковная точка зрения, она
так и держится до сих пор на том, что это какое-то крепостное право. То есть священник – это раб. Он бессловесный раб, его можно растоптать, вытереть о него ноги и забыть про него. А если он еще, да, не дай бог, рыпнется и что-то там начнет говорить, то его сразу надо объявить еретиком, несторием там или еще кем-нибудь, и дружненько его поливать грязью. Я чувствую, батюшка, у вас что-то личное накипело. Конечно. Ну, не будем этого, знаете как, личные, только личные отношения, они имеют глубоко, имеют способность глубоко затрагивать человека. Знаете, как написал Толстой? Ничего великого нельзя сделать без личной заинтересованности. Если человек не пережил что-то, он это не осмыслит глубоко. Конечно. Забитого, говорят, одного двух небитых дают. А еще, знаете, как это продолжено, как продолжается эта русская пословица? Она, оказывается, это не окончание ее. За одного битого двух небитых дают. А знаете, как она заканчивается? Да никто не берет. Спасибо. Давайте закончим. Мы можем долго разговаривать, мы еще будем продолжать, наверное, наши беседы. Спасибо вам за первую встречу. Спасибо всем. Спасибо тоже огромное. Спасибо всем, ну не знаю, самого доброго, благословения Божьего, радости и счастья.